В этот день в детский сад «Сказка» пришли не просто ребята, а настоящие цветы. Ведь не зря же детей называют цветами жизни. Ярко-красные маки, нежные белоснежные ромашки, гордые лилии и шикарные розы вдохновили родителей на изготовление необычных костюмов. Парад цветов в детском саду удался. В детях воспитывает любовь к цветам, к природе, к окружающей среде, любовь к эстетике. И я думаю, что они запомнят этот праздник, и новые будут впечатления у детей на круглый год, поэтому как бы такое мероприятие будет полезно для детей. Воспитанники детского сада встретились с цветочной феей, боролись с сорняками, подготовили стихи о цветах, приняли участие в веселых конкурсах и играх. Такое яркое и необычное мероприятие в детском саду не только развлекает ребят, но и учит детей ценить и оберегать природу, быть защитником экологии. Мария Силантьева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.